Уже переступая порог дома таких людей, чувствуешь особую ответственность и, конечно же, гордость за то, что есть еще возможность пообщаться с ними, с ветеранами. Их непростой военный путь и жизнь, тесно связанные с восстановлением страны после войны, это целая историческая эпоха, которая стала фундаментом для становления современной Беларуси. Мария Степановна Платонова в Бресте 45-го года, после того, как мобилизовалась. В войну Мария Степановна была снайпером. Вся ее жизнь была тесно связана с нашим городом. И сегодня Марии Степановне особенно приятно, что руководство Бреста ценит ее вклад в развитие областного центра, что ее навещают и не забывают. В преддверии праздника Победы от городского исполнительного комитета и их партнеров предприятия «Русбелгаз» женщине был подарен новый газовый счетчик. В городе Бресте проживает 232 ветерана Великой Отечественной войны. Возрастная категория 91-96 лет, а также есть 5 ветеранов Великой Отечественной войны, которым уже и по 100 лет. Сегодня мы в рамках акции «Здесь живет ветеран» и «Спасибо за победу» мы совместно с советами ветеранов Московского Ленинского района, горисполкома, с общественными организациями, с субъектами хозяйствования должны дойти до каждого ветерана и поздравить с этим великим праздником, Днем Победы, 9 мая. Беседа в гостях у Марии Степановны Платоновой получилась доброй и очень семейной. Как и многие ветераны, Мария Степановна не любит жаловаться. Жизнь научилась справляться со всеми трудностями. Зато отметила женщина, как изменился город за это время, как он преобразился. Если сравнить, как я приехала в 45-м году, было, а сейчас это вообще это самое такое дело, что не узнать Брест. Я бы сама не подумала, вообще хорошо. Не остаются без внимания представители городского исполнительного комитета и те, кто встретил страшную войну ребенком. Был угнан на работу в Германию, где серьезно пострадал. Виктор Семенович Смолик – один из них. Сегодня в рамках акции он также получил подарок. Я хотел бы поблагодарить город за предоставленную возможность поздравить наших дорогих ветеранов. Потому что ветераны сделали очень много для нашего города, для нашей страны. Без них бы не было у нас мирного неба над землей. Пожелать им главное здоровья, счастья, долгих лет жизни. И мы от своей компании делаем небольшие скромные подарки. Это инновационные счетчики газа, которые, надеемся, помогут им в будущем экономить за квартплату, тем самым меньше платить за газ, платить только за то, что они израсходовали. Всего в преддверии 9 мая новые газовые счетчики получат 23 ветерана. Но не только эти подарки ожидают солдат 40-х. К поздравлению подключилось большое количество предприятий и организаций города, которые считают эту миссию важной, нужной и обязательной. Так, в рамках акции «Здесь живет ветеран. Спасибо за победу» без внимания не останется ни один седовласый герой. Ведь каждый из них – это живая легенда.